Придорожную аллею вдоль Полесской трассы намерены сохранить. Соответствующее поручение сегодня дал губернатор Антон Алиханов. Прежде всего это касается живых и здоровых деревьев. В 2019 году на этой трассе будет капитальный ремонт. По словам регионального министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, менять будут дорожное полотно. Поможет в этом программа «Безопасные и качественные дороги». Чтобы не допустить вырубку, губернатор предложил признать зеленые насаждения памятниками природы и договориться с федеральным центром об особых нормативах для Янтарного края. Я попросил Елену Ивановну повнимательнее посмотреть и, может быть, с федеральным министерством отработать вопрос того, чтобы для нас сделали какие-то исключения, особые нормативы относительно ширины трассы, дабы сохранить максимально возможное качество деревьев. Несомненно, это наша особенность, которую мы ценим, поэтому надо попробовать все-таки урегулировать этот вопрос. Если вопрос на федеральном уровне решить не получится, то после дорожного ремонта высадят новые деревья, пообещал губернатор. Также сегодня региональные власти обсудили тему льготных лекарств. По словам министра здравоохранения Александра Кравченко, сейчас их выдают 700 специально обученных врачей в более чем 40 поликлиниках региона. В этом году для льготников предложили создать личный кабинет в интернете. Там жители Калининградской области смогут видеть выписанные рецепты, полученные лекарства и контролировать их выдачу.